В этом году в учебном расписании чебоксарских старшеклассников появился новый урок – урок кибербезопасности. Что изучают на таких лекциях, сейчас узнаем. Интернет давно стал неотъемлемой частью нашей жизни. Это мощный источник информации. Главное – научиться правильно ею пользоваться и отличать полезную от вредоносной. В 21 веке кибербезопасность выходит на первый план. Такие уроки проводятся регулярно в течение всего учебного года, и проводятся они для учащихся 7-х и старших классов. Специалисты Роскомнадзора наглядно показали, к чему может привести бездумное размещение личной информации в социальных сетях и общение с незнакомцами. Интернет опасен. Там могут узнать много о нас и будут фантазировать после этого. Нам на уроке рассказали об этом, и друзья есть. Они тоже подвергались таким опасностям. Нельзя заходить на неизвестные сайты, рекламы желательно закрывать. А также не выкладывать много личной информации. В течение всего учебного года все чебоксарские школьники должны научиться защищать персональные данные в интернете, грамотно и, главное, безопасно работать во всемирной сети. Галина Титарчук, Алена Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика.